Друзья, всем привет! В общем, смотрите, я, короче, сходил в магазин, купил продукты, и сейчас будет у нас обзор продуктов. Я вам покажу, какие продукты я купил в магазине. Вот, так что, ну что, начнем. Смотрите. Я купил вот такую вот малосольную селедочку. 4 штучки. Вот, селедочка такая. Классная. Вот. Она стоит недорого, она стоит 139 рублей за килограмм. Вот. 139 рублей за килограмм. Малосольная селедка, я уже такую покупал, она такая очень вкусная. Так, потом купил вот картошку такую. Картошка у нас стоит, короче, за килограмм 15 рублей. 15,99. Ну, 16 рублей, короче, килограмм картошки. Вот так вот выглядит. Вот. Потом купил вот такой вот хлеб белый. Я его покупал, он был еще теплый в магазине, когда я его брал. Представляете, друзья? Я обожаю белый хлеб, особенно с домашним молоком. Это для меня прям супер-супер удовольствие. Вот, купил батон такой вот нарезной. Вот такой батончик. Вот. Купил. Что еще? Купил вот такой вот хлебушек черный. Тоже он нарезной. Называется столичный подовый. Нарезанный в упаковке. Вот такой вот хлебушек. Вот так, один пакет мы освободили. Так, друзья, смотрите, что еще. Купил вот такое вот масло, Слобода называется. Вот, литр тут. Стоит она 134 рубля. 134 рубля, вот такая штука масла. Вот. Потом, что еще купил? А, купил, короче, еще куриные лапки, 2 упаковки куриных лапок. Сегодня, короче, хотим записать видео с куриными лапками, вот. Хотим их сварить и кушать соевым соусом. Вот, смотрите, вот такие куриные лапки купил. Упаковки, вот. И вот вторая упаковка, вот 2 пачки куриных лапок купил. Обожаю куриные лапки соевым соусом, для меня это деликатес прям. Так, потом, что еще, друзья? Купил вот такую халву. Называется караван-сарай. Такая халва. Мы вообще очень любим халву. Вместе с моей девушкой. Мы обожаем ее кушать. Вот, халву. Это вкусняшка. Так, потом, купил, короче, вот такой вот лук. Лук у нас стоит за килограмм 27 рублей кило. Ну, блин, я считаю, это вообще... дешево очень. Вот. Также еще что купил. А, ну и еще вот что осталось. Бутылка пепси-колы. Настоящая пепси-кола. Оригинальная. Но стоит дорого. Стоит она 209 рублей. 2-литровая бутылка стоит 209 рублей. Вот. Но сейчас именно получается то, что как бы она дорого стоит, я редко его покупаю, но иногда как бы себе позволяю. Сегодня мы решили устроить праздник и купить пепси-колы. Вот. И еще я купил пачку вот таких вот пакетов. Вот. Короче, просто завтра у нас привезем с деревни много мяса, и надо их расфасовать по пакетикам. Вот, в морозилочку сложить. Ну, в общем, и все, друзья. Вот и все покупки на сегодня. Вот. Вот такой вот был обзор продуктов. Ну, а вам, что я хотел сказать? Огромное вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Вот. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до скорых встреч. Увидимся.